Худший враг – это тот, кого вы не видите. Новый тип танка, о котором мир ничего не знал. 10 лет назад инженеры взяли те же дизайнерские идеи, которые вывели на карту знаменитый истребитель-невидимку «Ночной ястреб» и применили их к современным танкам. Еще более удивительно то, что это броневая платформа, которая могла нанести удар первый и исчезнуть в темноте дыма, была создана никем иным, как Польшей. Присоединяйтесь к сегодняшнему приключению по этому видео, чтобы узнать историю о том, как поляки построили танк, который опередил свое время, который был действительно спрятан от посторонних глаз и почему он так и не дошел до стадии прототипа. Это ПЛ-01, так называемый танк-невидимка. Польша – страна с большой историей, гордыми людьми, пирожками и бобровыми мемами. Впервые танк был представлен в 2013 году на военной выставке в Польше. Этот танк вызвал огромный резонанс и внимание средств массовой информации, потому что он выглядел прямо как из вселенной Хала, с дизайном самолета-невидимки. Будучи покрытым радиопоглощающими материалами, этот танк был практически невидим для бортовых радаров. Вражеские самолеты, естественные хищники танков, не способны его найти, а также целый ряд других секретных возможностей скрытности, которые позволяли ему сливаться с сельской местностью, даже невооруженным глазом. Это была такая революция, что, по-видимому, она положила начало новому поколению танков со встроенными возможностями скрытностями и первого удара. Это была огромная модернизация по сравнению со всеми конструкциями танков, когда-либо созданных ранее. Видите ли, с незапамятных времен, а точнее со времен Второй мировой войны, когда танки впервые массово использовались в боевых действиях на других транспортных средствах, существовала концепция легких танков и истребителей танков. Легкий танк был разработан с расчетом на то, чтобы перехитрить более тяжелые бронированные машины и выполнять разведывательные или фланговые миссии на поле боя. У него не было бы такой тяжелой брони, как у более крупного танка, но ее было бы достаточно, чтобы противостоять менее смертоносным угрозам, таким как оружие малого калибра или шрапнель. С другой стороны, истребители танков были сосредоточены на мобильности, массивной лобовой броне и камуфляже, ориентированном на засады и уничтожение дорогостоящих транспортных средств вражеских сил либо других противников. Со временем эти два танка в конечном итоге эволюционировали и сольются воедино, чтобы сформировать основную концепцию боевого танка. Но проблема с основным боевым танком заключается в том, что он является скорее мастером на все руки, чем мастером в чем-то одном. ПЛ-01 был создан, чтобы это исправить. Этот танковый проект не увенчался успехом. По сути, ПЛ-1 — это легкий танк, вымирающий вид в современной войне, но у него был революционный поворот. Сам дизайн основан на шведском танке ЦВ-90, у которого было 120-миллиметровое орудие в башне. На этом сравнение и заканчивается. Во-первых, у ПЛ-1 была полностью беспилотная башня с автоматическим заряжанием. Это концепция, в соответствии с которой построена российская Т-14 «Армата», повышающая живучесть экипажа и сокращающая экипаж всего до 3 человек – водителя, наводчика и командира. И живучесть здесь является ключевым фактором, так как броня здесь немного легче. Сама машина покрыта модульной реактивной броней, так как базовая броня очень легкая и не смогла бы выдержать ни одного современного подкалиберного снаряда или ПТУР. В целом броня этого танка не предназначена для борьбы с другими танками, потому что это проигрышная схватка. Предполагалось, что он устроит на них засаду и убежит, что и было ролью истребителя танков на протяжении всей военной истории. Этот ствол, выглядящий как из научно-фантастического фильма, на самом деле вовсе не является научно-фантастическим, но это не просто уловка. Покрытие ствола было разработано для отражения шрапнели от непрямой артиллерии. Это важно, потому что поврежденный ствол означает, что танк в целом выведен из строя на некоторое время и сделает всю машину просто бесполезной. Чтобы попасть в машину и выйти из нее, у водителя был собственный
единственный отдельный люк, а остальная часть экипажа фактически выходила из задней части танка, аналогично израильской Меркаве. Однако массивная дополнительная броня была дополнена системами активной защиты, что на современном поле боя оказалось необходимой функцией для боевых машин и нацелена на поражение РПГ и лептур, выпущенных противником. И конечно же, как у любого саморевенного танка, у Палван были невероятные функции охотника-убийца, которые также присутствуют и на Т-14 Армата. У него был панорамный прицел для командира, где он мог действовать автономно и искать новые цели, в то время как наводчик вступал в бой с противником. Ну и конечно же, давайте поговорим об этом огромном орудии. Основным вооружением была либо 105-мм, либо 120-мм гладкоствольная пушка, соответствующая стандартам НАТО, а также 50-мм пулеметом, которым можно было управлять дистанционно. На верхней части башни также находилась дистанционная пушка, которая была оснащена еще одним 50-мм пулеметом, мини-пушкой или 40-м автоматическим гранатометом. Однако с самого начала у этой машины есть одна большая проблема. Несмотря на то, что башня была полностью автономной, в задней части башни было установлено всего 16 снарядов, а остальные боеприпасы. Еще 24 снаряда находились внутри машины, и это мы, как знаем, очень плохо. Один случайный выстрел, попавший в отсек экипажа, превратил бы всю его сторону в фарш. Но настоящий слон в комнате – это скрытность танка, или скорее миф, стоящий за ней. Со временем способы обнаружения врагов эволюционировали. Когда-то лучшими способами обнаружения вражеских машин были бинокли. Однако в наши дни тепловизоры, приборы ночного видения и даже радары с возможностью САР обнаружат машину, и как только она окажется в прицеле, у вас будет множество способов ее уничтожить. Так как же можно спрятать танк на современном поле боя? Одним из основных решений этой проблемы являются специальные чехлы, такие как немецкая барракуда или российская накидка, которые активно используются в бою и предназначены для уменьшения тепловой сигнатуры танка как с земли, так и с воздуха. Что же было новым в PL-01? Так это использование радиопоглощающих материалов на корпусе, которые помогли бы против наземных радаров и сделали бы танк трудным. Мишенью с воздуха. Его черная краска также помогла бы ему слиться с густыми лесами Польши и стать невидимым ночью невооруженным глазом. Но на этом они не остановились. PAL-01 также был оснащен активными средствами, такими как дымовые завесы. На самом деле, они переборщили с двумя пусковыми установками на башне, которые выбрасывали бы тонну дыма, если бы танк обнаруживал лазерную подсветку, или если бы им просто нужно было исчезнуть в клубах дыма. Наконец, у танка также были другие инженерные решения, чтобы свести к минимуму его тепловую сигнатуру и, конечно же, уменьшить его радиолокационное сечение. Теперь давайте просто хотя бы покоснемся этих материалов для танка. На самом деле, они довольно дорогие и чувствительные, что не очень хорошая идея для танка. Потому что для того, чтобы вступить в бой, танку нужно двигаться по местности. В отличие от истребителя-невидимки, которому приходится иметь дело только с небольшим количеством ветра и дождя, этому танку нужно было двигаться через леса, натыкаясь на деревья, проходя через грязь, соскабливая все эти дорогие материалы и придавая им всевозможные блестящие выпуклости, чтобы радар мог их уловить. Вся система стелса была просто истерией в средствах массовой информации, основанной на злобном внешнем виде данного танка. На самом деле, это была просто очень современная концепция бронетранспортера со многими системами, присутствующими на других новейших танках, таких как Леопард 2А8 или последняя версия М1А2 Абрамс. Так что же случилось с данным танком? В Польше были большие надежды. К ним присоединились британские системы Bio Systems, которые надеялись заработать на этом новом танке-невидимке целое состояние. Но реальность такова, что эта машина была всего лишь концепцией, прототип которой они представили даже не был настоящим прототипом, а скорее макетом транспортного средства, модифицированным ЦВ-90, который даже близко не был закончен. Просто пустая форма с некоторыми навороченными системами, намазанными сверху слоем черной краски.
Польская фирма Убрам, производитель, в основном пытались получить внешнее финансирование для этого проекта после мероприятия в СМИ от иностранных инвесторов. Но им не только не удалось это сделать, но и оттолкнуть польскую армию, которая в то время не была заинтересована в таком транспортном средстве. Несмотря на то, что у него был отличный маркетинг, особенно внешний вид, и британская компания BioSystem, участвовавшая в проекте, он был просто слишком дорогим и слишком сложным для Польши. В конечном итоге этот танк был списан в 2015 году и остался просто демонстрацией обещаний о будущем ведения войны. Но с другой стороны, этот танк на самом деле был настоящей концепцией ведения современных танков, какими мы их знаем сегодня. Польша сильно изменилась с точки зрения военного потенциала и в настоящее время является одной из крупнейших вооруженных сил в Европе, вооруженных лучшими и новейшими вооружениями со всего мира и замечательным парком танков, состоящим из леопардов, абрамсов и корейских танков. Так что, возможно, у этого польского танка есть будущее, основанное на всем этом опыте. Ну а что думают зрители канала Top Army по поводу такого навороченного суперсовременного стелс-невъебенного танка? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.